В день 50-летия Халк-Кахармана Газиза Байтасова в парке Жыныс города Тараз состоялось торжественное открытие памятника герою. Имя капитана полиции Газиза Байтасова навечно вписано в плеяду героев независимого Казахстана. Он первый и единственный удостоенный высшего звания Халык-Кахарманы среди сотрудников правоохранительных органов. Газиздің ерлігін өмір бақи есте сақтау үшін өсіп келеатқан жас ұрпаққа үлкен өнеге. 10 лет назад мужественный полицейский встал на пути террориста, отдав самое дорогое – свою жизнь для блага всех мирных жителей. Газиз Байтасов сдержал свою клятву оберегать покой граждан. Он является воплощением преданного служения своему долгу и большой отваге. Капитан полиции Газиз Байтасов накрыл преступника своим телом, когда тот пытался подорвать себя. Ему было посмертно присвоено звание Халык-Кахарманы. Присутствовавший на мероприятии заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Арастан Гани Запаров подчеркнул, что казахстанские полицейские с честью несут свою службу. Полиция қызметі әрқашан қауіп-қатерге толы. Казахстанские полицейские с честью несут свою службу. С момента обретения независимости в стране погибло около 800 сотрудников правоохранительных органов. А этот памятник есть дань уважения всем тем, кто отдал жизни во имя спокойствия граждан. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Министерством внутренних дел ежегодно проводится акция «Казыргызаман Кахармандара». Во всех областях созданы уголки мужества. Одной из аудиторий Казахского национального университета имени Аль-Фараби присвоено имя Газиза Байтасова. Далее состоялась минута молчания и троекратный автоматный залп. Имена многих доблестных сотрудников полиции, отдавших свою жизнь за спасение людей, боровшихся за мир и безопасность граждан, навеки останутся в памяти народа, как и небезызвестного командира отдельного батальона дорожной полиции Газиза Байтасова, героически погибшего в ходе задержания террориста. Подвиг Газиза Байтасова является примером для всех полицейских. Память о своем сотруднике они свято берегут, постоянно оказывают помощь его семье. Подвиг нашего героя Газиза Байтасова стал примером для всех сотрудников казахстанской полиции. Память о нем будет передаваться из поколения в поколение. В завершении мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику Халык-Кахарманы Газиза Байтасова. Ильдар Акзатуллин, Ремякин Шинбек, Жамбыл Ньюс.